Надеюсь, он мне не понадобится. Но что-то мне подсказывает, что зря надеюсь.
Никогда не верьте рекламе для туристов. Никогда не верьте рекламе для туристов. Мистер Чарльз Рид собственной персоной. Наконец-то. Очень рад вас видеть. Приятно познакомиться. Йоханнес Вандерберг к вашим услугам. Я же обещал встретить вас, как только вы прибудете. Весьма признателен, мистер Вандерберг. Простите, я не воспринял ваше обещание так буквально. Для вас просто Йоханнес. О, где же мои манеры? Добро пожаловать в славный город Окмонд. К сожалению, он сейчас переживает не лучшие времена, хотя и очень важные. У вас очень эффектный костюм. Спасибо, мистер Рид. Потоп — это еще не повод, чтобы одеваться как попало. Вижу, вы любите желтый цвет. Да, это моя слабость. Личная причуда, если хотите. Попасть в Окмонд было нелегко. Он не отмечен на большинстве карт, а добраться сюда можно только на этом старом пакетботе. Почему? Окмонд — необычное место. Из-за его уникального географического положения и недавнего потопа попасть сюда стало почти невозможно. Но вам это удалось, мистер Рид. Уверен, рано или поздно волны судьбы все равно принесли бы вас сюда. Расскажите мне о потопе. Он начался полгода назад. Несколько недель подряд бушевали бури, вода все прибывала и не желала спадать. Теперь город отрезан от материка. Если честно, мне это даже нравится, несмотря на все неудобства. Очень атмосферно. Вы сказали, что знаете того, кто может мне помочь. Мои видения становятся все хуже. Здесь, в Окмонте, такие яркие видения в порядке вещей. Кстати, вам повезло. Я имел в виду Роберта Трагмортона, а он как раз в порту. Он посвятил много времени и сил изучению этого феномена, но, боюсь, сейчас у него проблемы посерьезнее. Как мне найти мистера Трагмортона? Не волнуйтесь, вы его сразу узнаете. Трагмортон, скажем так, не похож на других. Расскажите мне про мистера Трагмортона. Выдающаяся личность, достойный отпрыск своего рода, филантроп, ученый и покровитель знаменитого Окмандского университета. Очень амбициозен и невероятно самолюбив. Не заставляйте его ждать. Мне нужно где-то жить, пока я здесь. Может, посоветуете гостиницу? Не волнуйтесь, я уже приготовил вам уютное гнездышко. На ваше имя забронирован номер в гостинице «Риф Дьявола». Вот ключ. Звучит заманчиво. Не судите книгу по обложке, мистер Рид. На чем лучше передвигаться по Окмонту? Я хочу оставить вещи в гостинице. Местные в основном ходят пешком или ездят на лодках. Лодку я вам приготовил, вы найдете ее возле порта. Вы очень любезны, Йоханнес. А как мне доплыть до Рифа Дьявола? Вот, возьмите карту. Я отметил на ней гостиницу и еще несколько важных мест. Еще несколько мест? Каких? Ну, вы ведь частный детектив. Я отметил полицейский участок, городской архив, редакцию газеты. Они пригодятся в ваших расследованиях. Город отрезан от мира, и многое здесь не очевидно.
Никто не будет водить вас за ручку, вы должны сами искать информацию. Чем вы занимаетесь, мистер Вандерберг? Я возглавляю философский клуб, в котором собирается местная интеллигенция. Они слетаются ко мне, как мотыльки на пламя свечи. И много осталось в Окманте любителей философии? Без боли нет сознания, мистер Рид. В тяжелые времена все становится кристально ясным. Что ж, пожалуй, мне пора. Спасибо, что помогли сориентироваться. Не за что, мистер Рид. Был рад помочь. Да, и еще. Как мне с вами связаться? Об этом не беспокойтесь. Я сам вас найду. Субтитры сделал DimaTorzok.
Присоединяйтесь, чужак. Славьте море вместе с нами. Присоединяйтесь, чужак. Славьте море вместе с нами. Дверь не поддается. Дверь не поддается. Дверь не поддается. Let's go.
Порт закрыт по приказу Роберта Трогмортона. Отойдите. Мне плевать на ваши жалкие отговорки. Никто не покинет порт, пока не найдется мой сын. Это мое последнее слово. Простите, вы Роберт Трогмортон? Да. Но вы мне не интересны. Уходите. Меня зовут Чарльз Рид. Я частный детектив, только что из Бостона. Мне посоветовали обратиться к вам за помощью. Частный детектив, говорите? Пожалуй, мы сможем помочь друг другу. Можно узнать, что случилось с вашим сыном? А вам какое дело? Почему вы спрашиваете, чужак? Я же говорил, что я частный детектив. Искать пропавших людей — это моя работа. А. Альберт участвовал в подводной экспедиции, которую я организовал. А этот никчемный идиот говорит, что нашел его в шлюпке на берегу. Якобы он был не в себе, бредил и нес чепуху на каком-то неизвестном языке. А потом попытался его укусить. А вы ему не верите? Ни единому слову. Я же сам его вырастил. Альберт — сильный и умный юноша, великолепный представитель своего рода. Это совершенно на него не похоже. Здесь замешаны инсмутцы. Попомните мои слова. Не хочу показаться грубым, но я никогда не встречал человека, похожего на вас.
Конечно. Обычные люди Трагмортонам не ровня. В наших жилах течет кровь благородных и сильных предков. Мой отец породнился с одной королевской семьей, которая наградила всех отпрысков своими утонченными чертами. Как я понимаю, вы не очень-то любите инсмутцев. После того, как полиция сравняла Инсмут с землей, рыбомордые уроды перебрались сюда. И теперь эти мерзкие мигранты заполонили полгорода. Порт, Гримхейвен Бэй, Салвейшн Харбор, Шеллс, они повсюду. Значит, они просто беженцы. Если бы. Они оставили местных рыбаков без работы, буянят на улицах, настраивают горожан против нас. А ведь семья Трогмортонов – опора этого общества. Не говоря уже о том, что уровень преступности взлетел до небес. Инсмутцы – просто огромная, вонючая куча неприятностей. Я слышал, что с вами можно поговорить о видениях и вспышках истерии. Я пытаюсь выяснить их причины. Ну вот, еще один приезжий со своими проблемами. Я знаю, о чем вы. Можно задать вам несколько вопросов? Какая наглость! У меня пропал сын, а в этом проклятом городе никто и пальцем не пошевелит. Да, конечно, давайте поговорим о ваших видениях. Мистер Трогмортон, давайте я вам помогу. Я умею искать пропавших людей и найду Альберта. Откуда такая уверенность? В Окманте приезжим приходится не сладко. Скажем так, я умею замечать то, чего другие не видят. И потом, что вы теряете? На вашем месте я бы обрадовался любой помощи. Вира, вы правы, приезжий. Простите, вы сказали «Вира»? Что это значит? Если хотите освоиться, привыкайте к местному диалекту, чужак. Это потрясающая смесь разных наречий. «Вира» значит «хорошо». Я имел в виду, что мы договорились. Ясно, спасибо. Расскажите подробнее, что случилось с Альбертом? Дейн, вы что, не слушали? Я уже все вам рассказал. После того, как Альберт покинул экспедицию, его нашли в шлюпке на берегу. Рыбак якобы отнес его к себе домой, а потом пошел звать меня. Но когда я пришел, моего сына уже нигде не было. Еще что-нибудь? В доме явно случилась беда. Перестаньте тянуть время. Идите туда и посмотрите сами. Где дом, в котором все произошло? И вы еще называете себя детективом? Мы же стоим прямо перед ним. Та шлюпка, о которой вы говорили, еще здесь? Да. Повернитесь лицом к дому и слева увидите забор. За забором пляж. Шлюпка там. Я бы с удовольствием поболтал с вами еще, мистер Трогмортон, но мне пора заняться делом. Скорее найдите моего сына, чужак. Субтитры создавал DimaTorzok.
Спасибо, что пришли.